Друзья, я всех приветствую, меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас оптика, конкретно разбираем вот этот Tigle SR-SR 3-9/40. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». При покупке данного товара он приезжает вот в такой надежной упаковке, а внутри мы можем обнаружить следующие вещи. Во-первых, это крепления, на которых у меня стоит сам оптический прицел. Далее наблюдаю одну бленду. Также здесь есть маленький шестигранник, батареечка SR2032, небольшая микрофибра брендированная и, конечно же, инструкция на языке производителя. В оптическом прицеле установлено кольцо для изменения кратности приближения. Данный параметр варьируется от 3 до 9, и это говорит о том, что его будет комфортно использовать как на средних, так и на дальних дистанциях. В зоне объектива расположилось кольцо параллакса, а его значение от 10 до бесконечности. Корпус прицела выполнен из алюминия, его вес в районе 500 грамм. Длина нашей оптики 330 мм, диаметр объектива 51, а окуляра 37. Диоптрический механизм находится в зоне окуляра и дает возможность сделать резкое изображение каждому стрелку индивидуально под себя. Прицельная сетка MilDot расположена на стекле во второй фокальной плоскости. Для настройки оси X и Y в средней части корпуса предусмотрены два барабана, средний и правый. Величина одного клика сдвигает перекрестие на четверть мо. На левой части корпуса мы видим барабан, включающий подсветку. Она работает в режиме красного и зеленого оттенка и имеет в свою очередь по несколько уровней контрастности. За батарейку переживать не стоит, ее можно купить в любом бытовом магазине, а ее название SR2032. Про комплектацию характеристики я уже рассказал, и осталось разобраться в одном вопросе, где же можно приобрести данную оптику. На самом деле это не секрет, и сейчас я все расскажу. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный оптический прицел, то поделитесь впечатлениями о покупке. С вами был Евгений. До скорых встреч!